В Славянском районе 14 сельских и одно городское поселение. И в каждом населенном пункте, будь то большая станица или отдаленный хутор, есть проблемы, которые требуют решения. Для того, чтобы знать, какие вопросы беспокоят жителей и какая помощь нужна, глава района проводит сходы граждан. С какими проблемами обратились к Роману Синеговскому жители села Ачуево и что уже сделано в этом населенном пункте по итогам прошлого года, смотрите в первом материале выпуска. Одним из приоритетных направлений своей работы глава района Роман Синеговский считает прямое общение с жителями. Только так, побывав непосредственно в населенном пункте, поговорив с людьми, обсудив существующие проблемы, можно увидеть реальное состояние дел, наметить пути решения острых вопросов. С удовольствием хотел бы послушать. Если есть какие-то вопросы, или в целом расскажите, или, может быть, давайте про перспективу поговорим. Для этого и собрались, чтобы вот простое такое беседе обсудить, что нас беспокоит, и, может быть, как-то эти вопросы потихоньку двигать. В начале встречи Роман Синеговский доложил о состоянии дел в районе, о том, что уже сделано и планах на текущий год. Особое внимание было уделено проблемным вопросам, которые уже решены или запланированы для реализации на территории Ачуевского сельского поселения. Были вопросы по поводу дома культуры, отопление мы восстановили. Значит, по школе за вопросы, которые задавали, тоже, вот как мне доложили, где-то 1 800 000 рублей было вложено, оконные блоки заменили, ряд других работ выполнили. Все вы видите, по программе «Инициативное бюджетирование» благоустроили территорию возле памятника. Значит, на сегодняшний день, буквально вчера я был в Министерстве ЖКХ, задал вопрос по поводу проектирования очистных сооружений в целом в поселке. 15 миллионов стоит проект. Поэтому планируем привлечь эти деньги для того, чтобы в следующем году сделать проект и построить очистные сооружения. Ехали сюда уже по асфальтированной дороге, увидели большую часть, сделали, да, благодаря краевой программе, благодаря поддержке губернатора, потому что это краевая дорога. И вот серьезная протяженность была выполнена. Установлена детская площадка в хуторе «Слободка». Установлена спортивная площадка возле ДК Ачуево. Глава поселения Елена Теренга озвучила вопросы, с которыми жители чаще всего обращаются в местную администрацию. Один из наиболее острых – капитальный ремонт крыш многоквартирных домов. После прошедших ливневых дождей замену кровли необходимо провести в кратчайшие сроки. А в фонде капитального ремонта многоквартирных домов эти виды работ запланированы на 2035-2037 годы. Глава района Роман Синеговский дал поручение директору управления жилищно-коммунального хозяйства Александру Головинову взять под личный контроль этот вопрос и помочь жителям провести экспертизу состояния кровли, обратиться в фонд о переносе сроков ремонта на ближайшее время. Еще один сложный вопрос касался медицины. Раньше в село по средам приезжал врач, лаборант для забора анализов и аптечный пункт. Сейчас за медицинскими назначениями и лекарствами приходится ездить в Голубую Ниву. Заместитель главного врача Славянской ЦРБ по амбулаторно-поликлинической работе Ирина Винокуренко взяла на контроль этот вопрос. По поводу забора анализов, это я вам обещаю. Мы лаборанта будем присылать, и он будет брать анализы по показаниям. Не потому, что я хочу и хочу сдать. То есть показания, они будут приезжать и брать. Машина у них есть, лаборант будет к вам приезжать. Может быть, также в среду, как это мы делали раньше. По поводу выезда, у вас есть фельдшер. Фельдшерский пункт предполагает наличие фельдшера, которая отвечает за ваше здоровье и которая должна знать вас каждого в лицо. Я думаю, вы с ней познакомились, она уже у вас не первый год работает. С врачом постараюсь переговорить. Пока не обещаю, но вас он принимает всех у себя. У нее есть возможность, я с ней разговаривала. Если нужно доставить пациента туда, вот есть машина у нас в Голубой Ниве. Пожалуйста, он далеко не ездит, он здесь у вас. Значит, надо будет, я с ней переговорю, если что, чтобы ваших пациентов довозили к Дмитрию Александровичу туда. Давайте пока решим так. Также на сходе граждан жители задавали вопросы, касающиеся оплаты за твердые бытовые отходы, ремонта учреждений социальной сферы и отдыха детей в детском лагере «Ровесник». Лагерь наш «Ровесник», да, приезжают, поздравляют. Дети как с разных поселений, городов, это хорошо, это здорово. А можно как-то, чтобы и наши дети там участвовали, школьники?
Как пояснил заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко, списки на получение путевок в Ровесник составляют спортивные и образовательные учреждения. Жители и сами могут обратиться с таким заявлением. Смены формируются с учетом принадлежности ребенка. Допустим, едет спортивная смена, ее формирует спортивная школа, то есть те, кто ходит в спортивную школу. Мы оставляем резерв на там, либо незащищенное свое население, да, там, обеспеченное и так далее, которое формируют школы. То есть школы дают свои заявки, их отправляют на управление образованием. Соответственно, управление образованием же выбирает из этого списка. Поэтому есть определенные критерии отбора. Но если вы в списке школы будете, то, естественно, мы уже будем отсматривать. Ну, в прошлом году, допустим, ездили, не ездили, попадаете ли в какую-то категорию, которую мы на первую очередь рассматриваем, ну и прочее. В конце встречи жители поблагодарили главу района и руководителя сельской администрации за внимание к их проблемам и помощь в решении наболевших вопросов. Анна Монастыренко, Георгий Каренин, программа «События».